Вы знаете обстановку в стране. Вы знаете, как настроение народа на сегодняшний день. Айлёкмат, как только вот это изменение мы внесем, взорвется просто вся страна. Весь регион взорвется. Магадан, Чалватат, Баткенна, Ноякбяхтан, туда. Вы что со страной делаете, ребята? Куда вы его ведете? Вообще, президент в курсе этих вещей? Вы президента же подставляете. Взрыв же будет, взрыв будет. Не говоря о том, что у нас и так уже состояние экономики такое, что мама не горюй. А слервусом, а ой, мегерминен, еще хуже делаете. Егер муны еме кылып тұрып, ептеп-септеп, бардығын уговаривет етіп тұрып, егер өткіру ала тұрған босыңыр, ертесіне тополон башталады. Көресіңыр. Манау 309-й, ұшыл екі изменениянылы киргізгенде, вот это вот полную емеске күчі көкерет, манау 309-й. А 309-й вообще антинародный постановление правительства. Чем вообще правительство занимается? Потому что вы вот этими вот своими, вот такими вот, ради того, чтобы только распилить 135 миллионов долларов, вы идете вот на такие антиконституционные, антинародные меры. Анан кимге ишенет эл? Кимнен, на что надеется? Эл эмнеге эме болуш керек, надеяться этиш керек? Кимге тирелиш керек? Ишенген правительствосу мынандай кылып атса. Ребята, нельзя так делать. О, границаны карагалай эмне болуп атат? 39-й протокол. Вообще, куда мы катимся вообще? Куда мы страну ведем? И не хватало за это. Хоть какая-то капля ответственности есть вообще перед своим народом и перед своим государством. Мы же уничтожаем, мы же сами уничтожаем свое собственное государство. Мы сами унижаем свой народ. В нищету загоняем свой народ. Когда это вообще закончится? Вы еще нагло начинаете это все впихать. Всех уговаривать. Вот вы понимаете это? Мага Джоптун Кирегиджок вообще. Он сейчас общий. Он скажет столько навалит, что сам не поймет, что сказал. Он сам не понимает, что говорит. Я ему конкретный вопрос задаю. Он мне там аштан-таштан. Я не жду даже от вас ответа никакого. Джоптунда или Керегиджок. Я просто своих коллег призываю поддержать мое предложение. Уважаемый Султан Абдрашидович, вы задали вопрос на русском, я вам на русском коротко отвечу. Во-первых, это не антинародный законопроект, это народный законопроект. Во-вторых, это создаст новые рабочие места. В-третьих, он даст экономический эффект. В-четвертых, он расширит налоговую базу. В-пятых, он остановит эрозионные процессы. Это все слова. Нет, не слова. Ну, позвольте. Сколько рабочих мест создаться? Какой экономический эффект обкилет? Это вы все заливаете просто. Вот вы как вот обосновали Джанага Эмене, извините. Я вам даже не даю. Султамай Абдрашидович. Кунда кельвейцизды. Поэтому... Вот вы как обосновали вот здесь. Вот, в целях обеспечения продовольственным безопасным путем повышения эффективности использования земель госфонда. Дальнейшего развития сельского хозяйства. Султан Абдрашидович, мы с вами не обсуждаем сейчас 309-й проект. Мы с вами сейчас обсуждаем законопроект. В информационном деле и в IT-технологиях вот такую информацию называют шумом. Это сплошной шум. И никакого здесь содержания. Султан Абдрашидович, никакого здесь потому что все, что нету, вы здесь, Манауи Мести Джазганнар, Моджери полностью отрицает эту вещь. Все, что вы впереди пишете, обосновываете. Это манаут следный джанага действия НР 100% отрицает. Султан Абдрашидович, наоборот, это даст огромный эффект развитию аграрной сферы. Я даже хочу даже на то поговорить. Вы юрист? Да, конечно. Вот занимаетесь юридическими делами. Не лезьте в сельское хозяйство. Занимайтесь юридическими делами. Я пишу законы, к вам приношу, пожалуйста. Законы отражают реальную жизнь. А вы не знаете реальную жизнь в сельском хозяйстве. Как вы можете законы приносить? Как вы можете писать законы о сельском хозяйстве, не зная, ни представления не имея, что там происходит? Я знаю прекрасное представление, Султан Абдрашидович. Ну, глубоко сомневаюсь. Это законопроект... Того, вы сейчас тупо начинаете пробивать, я глубоко сомневаюсь, что вы разбираетесь. Нет, Султан Абдрашидович.
Это, как депутат, это ваша точка зрения. Но этот закон, на наш взгляд, является прогрессивным и нужным для страны. Я вам сразу скажу, как только вы этот вот 309-й закон Манашину, вы эти изменения... Ошого жетиш үчүн булар ушул эмени эме кылыш үчүн ушундай измененияларды киргизип атат булар, который полностью противоречит и Конституции, всем нашим законам. Бул деген бул эме кичинекей изменениялары менен булар в целом стратегически долгосрочный земельный политиканы бузуп ататтар полностью. И она полностью антинародная. Антинародный характер эмеси моо эмедели көрүнүп турат. 309-й постановление, да. Местным наудердам не деп турат. Вот. В целях обеспечения продовольствия. Очень красиво написано. Очень красиво. Набор слов, честно говоря, просто. То есть, вот, смотрите, это действующий, уже кучиной кирген постановление. Но он не может сегодня работать, потому что нет этих изменений. Видите, они сначала создали вот этот вот постановление, которое позволяет напрямую. Вот смотрите, азыр манау эмен немеси да, ГФСУ-нун 75% причем рентабельный жерлерди айыл өкмөттөрдөн алып коюп атат. Айыл өкмөттөр эмне кылат? Вы же разрушаете вообще систему управления государственными земельными ресурсами. Вы напрямую вмешиваетесь в Министерство сельского хозяйства, нарушая все, даже манавы өзіңөр эме кылып аткан либерализация сельского хозяйства, ошого дагы противоречит этот вот. Одни сплошные противоречия. Ни социальным законам не соответствует, ни этим самым либеральным законам. СВД Министерство сельского хозяйства напрямую вмешивается в сельскохозяйственную деятельность. Напрямую. Хочет забрать к себе эти 75% самых рентабельных земель. Понимаете? Алары мне клад. Ананкин еще вот это, чтобы компенсировать эсчун, 500 000 гектарды, жанагы, понимаете, хитрость вот этого МСТ заключается в том, что жанагы терминды киргизип атат да. Жаңы 20 жыл ол бул туда-сюда деген экинчи статьясы, это отвлечение от основного, так сказать, отвлечение, так сказать, баягы разведка айтканда, отвлечение на неугодный объект. А самое место, жана терминди киргизип алыш керек. Самый главный пастбищага низкорентабельные пастбищные угодья деген терминди киргизип алыш керек. Вот самое главное, куда зарыто. Унун бардыгы только для того, чтобы потом эти 135 миллионов распилить. Только ради этого. Это что за государственный подход такой? Для чего? Это ради того, чтобы только 135 миллионов долларов распилить? Вы идете вот такие вот антинародные шаги. Вы знаете, к чему это приведет? Вы знаете обстановку в стране? Вы знаете, как настроение народа на сегодняшний день? Айлокмут, как только вот это изменение мы внесем, взорвется просто вся страна, весь регион взорвется. Магадан Чалватат. Баткенна, но яхбяхтан туда. Вы что со страной делаете, ребята? Куда вы его ведете? Вообще, президент в курсе этих вещей? Вы президента же подставляете. Взрыв же будет, взрыв будет. Не говоря о том, что у нас и так уже состояние экономики такое, что мама не горюй. А силер осы моой менгер менен еще хуже делаете. Азыр силер, мара азыр айылда 70% айылда жашайт биздин эмелерибиз, граждандарыбыз. Ошол жерде жөнөкөй адамдар, жөнөкөй эмелер. Ошол ГФСУ-нун жерини арендага алып, эптеп-септеп тирикчилик кылып жүрөт. Россияда ошол жактарда иштеп келип туруп, бияка келип бир жерге акчасын салайын десе, кругом, извините, порука. Невозможно куда-то вложить. Все бизнесы заняты. Невозможно вложить. Ошондуктан ел эмнеге салып атат? Үй салып ататтар, жер алып ататтар, үй салып атат, мал кылып атат. Ушуну менен тирикчилик кылып жүрөттөр.
А егер де силер муну кыла турган болсоңор, ошол малды алып туруп, анан кийин өздөрүн жерлер, особенно биздин Баткенде мисалы, бир жарым соткадан үлүштөрү бар. Пастбищалардан где-то 1-2 соткадан түйгөн. А егер де эгер муну алып кое турган болсоңор, пастбищаларды алып кое. А бул в основном пастбище, это же рядом с селами. Ошол жерге эле айдап чыгат, нарыкка жайлоого айдап чыкканга, оңго жетпеген койлорун айдап чыкканга алардын мүмкүнчүлүгү дагы жок. Ошол жерлерде эме кылып, тирикчилик кылып жүрөттөр. 80% эл айылда жашаган. А эгер силер муну алып кое турган болсоңор, акчасын таап келип, единственный куда может вложить малга, ошону менен тирикчилик, ошондо вы его лишите. Тогда повальный бүт бардык миграция кетет. А я сейчас скажу, что мага Камчаткадан чалып ататтар, мага Россиядан, Сибирден бардык эле чалып атат. Ай, вот даже на Камчатке, казалось бы, там жанагы эмелер бар, льготтор бар. Айлыктар 35-40 миң рубльга түшүп калыптыр. Бүгүнкү күндө уже орустар өздөрү кыйналып калыптыр. Ал жердеги тапкан акчалары бияка жөнөтө албайт, өздөрдөн атпай калган. Значит, ал жерден жакында оттуда тоже биздин кыргыздарды кууа баштайт уже ал жерден. Жок, орустардын өздөргө жумуш жок. Потому что у них тоже кризис бүт бар жок дүйнө жүзүндө. Вы к чему ведете вообще? Ошондуктан вот она абсолютно антинародная, она абсолютно антиконституционная. Муну эме Нурлан Тургунбекович. По-хорошему, өзүңөр эле отзывать этип алгыла. Эгер муну эме кылып туруп, эптеп-септеп, бардыгын уговаривать этип туруп, эгер өткөрүп ала турган болсоңор, эртесине тополоң башталат. Көрөсүңөр. Манагы 309-й ушул эки изменениянын эле киргизгенде вот этот полную эмеске күчүгө кирет мага 309-й. А 309-й вообще антинародный постановление правительства. Чем вообще правительство занимается? В такое тяжелое время. Ошондуктан я вам предлагаю, отзовите по-хорошему. Я предлагаю, призываю поддержать мое предложение. Бүгүнкү күндө эгер муну предлагать этип эме кылбасаңар, мен муну эмеге чыгарамын. Сессияга чыгарамын. Я дам широчайшее интервью по этому поводу. Потому что вы вот этими вот своими, вот такими вот, ради того, чтобы только распилить 135 миллионов долларов, вы идете вот на такие антиконституционные, антинародные меры. Анан кимге ишенет эл? Кимнен, на что надеется? Эл эмнеге эме болуш керек, надеяться этиш керек? Кимге тирелиш керек? Ишенген правительствосу мынандай кылып атса. Ребята, нельзя так делать. О, границаны карагала эмне болуп атат? 39-й протокол. Вообще, куда мы катимся вообще? Куда мы страну ведем? И не хлопотавзе. Хоть какая-то капля ответственности есть вообще перед своим народом и перед своим государством? Мы же уничтожаем, мы же сами уничтожаем свое собственное государство. Мы сами унижаем свой народ. В нищету загоняем свой народ. Когда это вообще закончится? Вы еще нагло начинаете это все впихать, всех уговаривать. Уважаемые коллеги, урматту коллегалар, мен ушул менин предложениямды колдоп бериңиздерди, мен сиздерден суранам. Потому что эгер бул өтүп кете турган болсо, чоң социалдык саясаттык тополоңго алып келет. Потому что я уже разговаривал с этими самыми представителями. Булар шу эмени эле күтүп отурат, силерди эле күтүп отурабыз деп атат. Бүт бардык ассоциациялар, фермерлер, бүт бардыгы. Я разговаривал с их представителями. Мага келдилер ошолор. Айтып атат, силерди эле күтүп атабыз депутаттар дейт. Силер шуну эле өткөрсөңөр дейт, биз тополоң кылып чыгабыз дейт. Потому что 309-чу силер эле ошол изменение киргизсеңер, 309-чу токтом толугу менен күчүнө кирет да, полностью начнется грабеж народа деп атат. Крестьянина, фермера рядового. Ошондуктан муну эгер колдоо өткөрө турган болсок, аябай чоң тополоңго алып келебиз. Биз президентти да поставлять этип коебуз. Самое главное, мне интересно, президент знает об этом? Билеби президент муну?
Билбейт, более чем уверен. Президенттан башын айланып салгансыңар. Ақылбек Жапаров знает об этом? Не знаю. Ну, как не он знаю. Понимает он, это? Он же знает, подписал. Он же подписал. 309-й Кабмин подписал. Да, он, именно Жапаров. Он этих вещей не понимает разве? Он же доктор экономических наук. Столько лет проработал в этой государственной службе на самых высоких постах. И сейчас занимает самые высокие посты. Где вообще ответственность политическая перед своим государством и народом? Почему мы вот такие вещи делаем? Только ради того, чтобы распилить 135 миллионов долларов. Ошого, ушуну қолдап беріңіздер мен предложениямды. Потому что, егер ушуну без алдына алып предотвратить етпесек, мы просто-напросто вот такие вот коррупционные схемы узаканиваем. Мы просто узаканиваем их коррупционные схемы. И в этом наше вот без ошого тандалып келдик таберге, ошого елдин кызыкчылыгын эме кылсын, чтобы не пропускать такие вещи, чтобы защищать интересы простого народа и самое главное защитить интересы, национальные интересы нашего государства. Вообще, да, болвойт, ребята, никуда не годится такое. Есть такие болвойт. Мы так угробим нашу страну. Мы и так уже ниже плинтуса состояние нашего государства. Ошондуктан дагы бир жолу сиздер чакырып кетем. Колдобоңуздар бул эмени, бул законду, бул инициативаны. Эң жакшысы силер өзүңөр отзывать этип алгыла. Откажитесь от этого. И 309-й стат, мынау постановление самое главное, жокко чыгаргыла. Бул мынау 309-й это настоящая бомба социально-политическая. Настоящая бомба. Кийин мен айтты дейсиңер, көрөсүңөр мына. Сразу тополом чыгат. Моментально ушул биз эме кылгандан кийин, анан кийин биз Чимкирик эмес, даже башка эмес, я не знаю, как нас назовут. Просто элементарное чувство самосохранения больше керек да у власти. Элементарное чувство самосохранения. Хотя бы ради собственной личной безопасности откажитесь от этой инициативы. Болбойт мындай. Ни в коем случае. Болбойт. Кече мен кел мен уговаривать эткеніңді дан айттым. Болбойт бұл деп. Сами откажитесь от этого. Нет, упорно пропускают, упорно пробивают. Это что за подход вообще? Где түшінбей сүңер ұшыны? Вот вы понимаете это? Где түшінбей сүңер ұшыны? Амакамат Рекс, что опять посылал? Нет, мага жоуптың кереги жоқ вообще. Мага жоуптың кереги жоқ. Он сейчас общий. Он скажет столько навалит, что сам не поймет, что сказал. Мана өзді ана азыр жоуп қоймай қылат. Он сам не понимает, что говорит. Я ему конкретный вопрос задаю. Он мне там аштан таштан. Болбойдын да. Я не жду даже от вас ответа никакого. Жооптун деле кереги жок. Я просто своих коллег призываю поддержать мое предложение. Так, Султан Адашевич. Рахмат. Баяндамачы. Кыскача жооп берилет. Уважаемый Султан Абдрашидович, вы задали вопрос на русском, я вам на русском коротко отвечу. Во-первых, это не антинародный законопроект, это народный законопроект. Во-вторых, это создаст новые рабочие места. В-третьих, он даст экономический эффект. В-четвертых, он расширит налоговую базу. В-пятых, он остановит эрозионные процессы. Это все слова. Нет, не слова. Ну, позвольте. Сколько рабочих мест создаться? Какой экономический эффект обкелет? Это вы все заливаете просто. Вот вы как вот обосновали Джанага Эмене, извините. Я вам даже не даю. Султамай Абдрашидович. Кунда кельвейцизды. Поэтому... Вот вы как обосновали вот здесь. Вот целях обеспечения продовольственным безопасным путем повышения эффективности использования земель госфонда. Дальнейшего развития сельского хозяйства. Султамай Абдрашидович, мы с вами не обсуждаем сейчас 309-й проект. Мы с вами сейчас обсуждаем законопроект. Это, в информационном деле и в IT-технологиях вот такую информацию называют шумом. Это сплошной шум. И никакого здесь... Ишканда содержания сюжета. Султамай Абдрашидович, никакого здесь красного интереса нет, Султамай Абдрашидович. Потому что все, что вы здесь полностью отрицает эту вещь. Все, что вы впереди пишете, обосновываете. Это манау следен жанагы действиянгар 100% отрицает. Султан Абдрашидович, наоборот, это даст огромный эффект развитию аграрной сферы. Я даже хочу даже на то пойти. Вы юрист,
Да, конечно. Вот занимаетесь юридическими делами. Не лезьте сельское хозяйство. Не лезьте сельское хозяйство. Занимайтесь юридическими вопросами. Я пишу законы, к вам приношу, пожалуйста. Законы отражают реальную жизнь. А вы не знаете реальную жизнь в сельском хозяйстве. Как вы можете законы приносить? Как вы можете писать законы о сельском хозяйстве, не знаю, ни представления не имея, что там происходит? Я знаю прекрасное представление, Султан Абдрашевич. Ну, глубоко сомневаюсь. Это законопроект... Того, вы сейчас тупо начинаете пробивать. Я глубоко сомневаюсь, что вы разбираетесь. Нет, Султан Абдрашевич. Это, как депутат, это ваша точка зрения. Но этот закон, на наш взгляд, является прогрессивным и нужным для страны. Я вам сразу скажу, как только вы этот вот 309-й закон Манашину, вы Екі жолы тен қаршы пікір келіп түші отады президенттен үшін. Президент екі жолы тен жазы отады. Мұйзамдың долбуыру мақсатқа ғылайықсыз болғандығына байланышты қайтар отанды. Емне себеп болу отады? Сізді кем түрті отады шыл мұйзамды үшінші жол алып келгенге? Жоу бір қос бір. Құрматты Рашид Ташбаевич, екі негізгі мәселе көтер отасыз. Біріншіден конституцияға дал келбейді, екіншісі емне себепмен келіп отады деп, екінші сұрағыңыздан бастайын. Белге кеш керек, Қырғыз Республикасы министрлер кабинетінің төрағасы Ақылбек Сөрбеков Жапаров қол қойып, министрлер кабинеті тарапынан сұрышталған мұйзам долбоору. Екіншіден, сол демилгечинин ой пікірінде бұл жұмыш орнын түзөт. Біріншіден, екіншіден жердің эрозия процесін тоқтатады, ирригацияны оңдайды. Мындай бір комплексті өзінің реалды экономикалық эффектісін береді деген ой пікірде біз. Ал эми бірінші конституция бойынша белге кечкерек конституцияға дал келеді. Себеп дегенде конституцияда сіз айтқан бірінде мындай деп жазылған. Жайыттар, тоқойлор, сулар бары тең мамлекеттің менчигінде деп. Бұл мамлекеттің менчигінде ле қалып атады. Себеп дегенде бірінші мақсаты бағыты жайыттан. Ал деген трансформация болып тұрып, мамлекеттік жер, айыл чаруа жер фондусына которылады, жаңа айыл чаруа жер фондусынан 20 жылға біздің жарандарға, бақтарға айдығы беріледі. Мен қошып қойыншы ұшыға. Ну, смотрите, к чему приведет. Мен расми тілділ айтайын, я не буду здесь. К чему это приведет? Приведет к возникновению коррупционных рисков. Я вот для себя выписал. Недовольство поспеши пользователей, дополнительные расходы бюджета для уточнения и идентификации части пастбищ как малопродуктивно. Когда еще полностью не уточнены пригодные для содержания сельхозживотных площади пастбищ. Всего лишь 3 миллиона га из 9 га уточнены, а 6 миллион га еще не уточнены. Понимаете? Мы еще больше бардак вводим в учет. Земельный учет. Еще больше бардак Киргизоватас. Еще больше бардак Киргизоватас управление земельными ресурсами. Понимаете, в чем дело? Анакинс, уже кайталамбайля койн. Анакин, да, самый главный, мара, трансформация клуб, андайм, да, клуб, джана, малопродуктивный пастбищелаши. А действующий закон не препятствует этому. Действующий закон вот позволяет, жанагы путем трансформации малопродуктивных неиспользованных площадей в другие виды, багара, многолетние земель, согласно пункту 7 статьи 7, предоставляя сроком до 20 лет. Земельный кодекс позволяет это делать, только просто это решают районные инстанции. Осолджерды ель чечи вот атмана. Оно совершенно не препятствует. Ошондуктан булардын эме кылган обоснованиясы берелинерсе, чисто коррупционный документ это. Оны өткөрбөш керек. Рахмат. Нурлан Тромбекович, айтсаңыз, мен сіздерге кече комитеттен кейін қат жүзінде, қат бердім ле, қат жүзінде жауап ала албай, азыр ошо мүмкүнчүлүктөн бир-эки өзүңүздүн оозуңуздан суроолорумду берип алайын. Ошол эле азыркы коллегалар айтып аткан бул жердеги талаш 309 менен 310 токтомдор боюнча. Бул 309 токтом буну бул жерге макулдук алууга жогорку кеңешке сиздер алып келесиздерби же уже иш алып барып атабы? Номер 399 токтом укуктук ченемдик актыларга ылайык министрлер кабинети тарабынан бекитилген. Азыркы убакта ушул багытта иштер башталды. Уже күчүнө кирди токтом.
Ооба. Сиздер ушул токтомду каулаларда кайсы бир деңгээлде коомдук угуулар болду? 309 боюнча мына 6-кы күнү элдик депутаттык тобу угуу болду. Министр өзү баш болуп ошол маселе боюнча жоопкерчиликтүү кызматкерлери бар тең келип жооп беришти. Биз кенен түшүнүк бердик. Бул жерде белгилей кетиш керек 309'дун негизги максаты эмнеге? Эмнеге багытталган? Үрөндүн сапатын көтөрүү, жердин сапатын көтөрүү, ирригация системасын калыбына келтирүү. Жана ошону менен бирге ушул жерлерде ири чарбаларды ошол максаттуу мыкты сапаттагы үрөндөрдү, мыкты сапаттагы продукцияны өндүрүүнү күчөтүү максатында иштелип чыккан токтом долбоору болду. Рахмат. Анан эми бул жерде сиз айтып атасыз, кечээки ишемби күнү коомдук угуу болду депчи. А сиздер коомдук угуу болгон жок, ошол түшүндүрүү иштери болду да. 309 боюнча ошол элдик депутаттык тобу чакырып бизге мындай өздөрүнүн жыйынында бир топ суроолорду берди, биз жооп бердик. Ал эми бул 309 иштелип чыгып атканда албетте мындай жолугушуулар, талкуулар болгон. Же ошого сиздер шашылыш түрдө чыгарып албадыңыздарбы ал токтомду? Керек бул жерде бир гана ушул асыл тукум чарба, үрөн чарба, экономикалык приоритеттүү ишканаларды гана колдоо максаты эмес, бул жерде бирден бир пункт кылып ошол аярлуу катмарларды колдоо максатында да иштелип чыккан. Биринчи очередте ошол аярлуу катмарларды баягы колдоо максатында иштелип чыккан, атайын комиссия түзүлгөн, ал жерде социалдык коргоо министрлигинин өкүлү да бар. Ошол каралып аткан айыл өкмөттүн өкүлү бар. Ошол жердеги биздин райондук агрардык башкармалык жетекчиси бар. Ошол жерде ошол комиссияны ошол райондун биринчи зам акими башкарат. Ошону менен бирге кадастр жетекчиси. Биз андан сырткары жарандык коомчулуктун да өкүлдөрү бар. Ошол комиссия өзү карап туруп, ошол жерде мындай бир объектив чечим кабыл алсын деген дагы мындай процесстик жагындагы мындай сунушталган да. Рахмат. Сиз айтсаңыз, бул жалпы Кыргызстан боюнча канча кооператив, канча үрөнчүлүк чарба бар негизи? Бул боюнча азыр биз белгилей кетиш керек мониторинг анализ жүргүзүп атабыз. Биз мониторинг анализи бул 2 жумада бүтөт. Мен сизге кагаз түрүндө урматтуу Алишер Абдуллаевич беребиз бул маалыматты. Себеби сизге кат жиберген элем, жооп ала албай сизден суроп атам да. Анан сиз айтсаңыз, ошол мыйзам долбоор жактырылып атканда, кол коёрдун алдында сиздер фонддун жерин 75% мамлекетке алдыңыздар да, 25% калып атат. Эмне себептен 75% алдыңар дагы 20% калтырып койдуңар? Алишер Абдуллаевич, бул өзүңүздөр билесиздер. Көп жылдан бери айыл өкмөттөрү бул жерлерди контролдоп, башкарып, ижарага берип, көзөмөлдөп келатышат. Эми бул мамлекеттин айыл чарба фондусу, мамлекеттин айыл чарба фонд жерлери. Мамлекет өзү көзөмөлгө алып туруп, чарбаларды, ири чарбаларга үрөндүн сапатын жогорулатуу, жердин сапатын, ирригациянын сапатын жогорулатуу максатында иштелип чыккан токтом болуп атат. Белгилей кетиш керек биринчиден. Экинчиден, бул дагы бир момент бар, ушуну бир баса белгилеп кеткизгиз келет. Айыл өкмөт, ошол айыл аймактарынын бюджетине акча түшөт. И ошону менен бирге азыркы убакта өзүңүздөргө маалым болгондой, көп жерлерде ошол ГФСУнун жерлеринин ижара акысы өтө төмөн. Азыр бул жободо так көрсөтүлүп атат, ижара акысы да көтөрүлүп, ошол жергиликтүү бюджетке дагы бир топ мисалы каржы жагынан пайда түшөт. Ал жагы да каралат. Рахмат. Анан сиз конкреттүү түрдө айта аласызбы, ушул бир эле биздин республика боюнча мындай мактанарлык үрөн чарба барбы? И ошондой эле биздин бул өзүбүздүн үрөн чарбалар мамлекет боюнча канча пайыз камсыздай алат? Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти, министрлер кабинети ушул 30 жылдан бери биринчи жолу
республикалық бюджеттен өте ири сумадағы ақшалар ұшыл біздің айыл чарба системасын қолдауы бөлініп отады. Миллиард сомдан ашық ирригацияға бөлініп отады. Миллиард сомдан ашық жерсемет кіштерге 426 миллион сом азырқы уақытта ұшыл айыл чарба техникасы лизингіне. Үрен бойынша азырқы уақытта миллиард сомдан ашық бөлініп отады. Атайын тоқтом шықты. Білі кеч керек, аға сапатты үрендерді алып келіп тұрып, сіз жаңа белгілегендей ошол Нұрлан мырза, сізге башкача суроо берилип атат. Жанагы эң үрөн чарба барбы деп атат. Бар. Жакшы үрөн. Бар, Алишер Ильич, бар, биз сизге бул маалыматты кагаз жүзүндө беребиз. Вот ошо сизде бул практикада азыр эми кат жүзүндө берем деп атасыз. Эгерде жок дегенде бир 3-4 үрөн чарба болсо, сиз айтмаксыз да? Көрдүңүз бе өзүңүздүн сөзүңүздө конкретный бир мактанарлык даже бир 2-3 атай албайт да сиз өзүңүз. Бул жердечи. Себеби эми мамлекеттин жүзү болгон ушу жалпы ызды үрөн менен камсыздап аткан 1-2 чарба болуш керек да жок дегенде. Сиздер ушунча расход жасап атасыздар, канча акчаны бөлдүрүп атасыздар, бирок эффективность жок үрөн чарбаларда. Сиздерде бул жерде башка кызыкчылык болуп атат. Бул жерде карап көрө турган болсок, биздин жалпы дыйкандарыбыз муктаж үрөнгө. Кайсыл гана түрүнөн болбосун, өзү үрөнгө муктаж. А бирок бизде жарытарлык үрөн чарбалар өндүрүп бере албай атат. Ошондой эле, мисалы сиздер ар бир айыл өкмөттү ала турган болсок, азыркы күндө фонддун мисалы 300 гектардан 500 гектарга чейин жерлери бар да, баарысынчы. Азыр сиздер 75% алып коюп атасыздар. Алып туруп ошол жердеги бир 2-3 кооперативге, 2-3 үрөнчүлүк чарбага жалпылап бөлүп берген турасыздар да сиздерчи. А бул жерде андан көрө сиздер дагы альтернативасында карап, ошол жерде 400-500 дыйкан иштеткен жакшы эмеспи өздөрү? Таап. Туурабы? Анан сиз азыр баасын айтып атасыз. Азыркы күндө деле дыйкандардан ижарага түшкөн акча ошол мамлекетке түшүп атат. Бул жерде атаандаштык болот. 3-4 кишинин жең ичинен сүйлөшүп туруп бир бааны фиксация кылгандан көрө, андан көрө 400-500 дыйкандын ортолугунда атаандаштык бааны көтөрүп атат. Себеби азыркы акыркы жылдары 1 гектар жер 50 000, 60 000 сомго чейин чыгып атат. Баас атаандаштыктан. А эгерде мисалы ушул күндөгү үрөнчүлүк чарбалардын сиздер кандай кайсыл аукцион менен бересиздерби же түз келишим болобу, ал жагы да бүдөмүк. Мамлекетте 2300 сом, 2500 сомдон баа коюп туруп, мамлекетке сиздер айтып аткан дыйкандарга караганда үрөнчүлүк чарбалардыкы зыяны көбүрөөк тиет. Кооперативдердики дагы ошондой болот. Ошол жагында бир карап көрсөңүздөр сиздер. Себеби бул 309-чу токтом түздөн түз дыйкандарга карама каршы келет. Нааразычылык көп болот. Сиздер себеби ушул күнгө чейин практикада бир жакшы бир ишеничтүү жарытарлык үрөн чарба болгондо ошол жака көбүрөөк вложение кылып туруп көтөрсөк болот эле. Себеби практика аны көргөзгөн жок да. Дыйкандар өздөрүн өздөрү эптеп атпайбы ушул күнгө чейин? Азыр эми биз сиздердин бул токтомуңуздар менен дыйкандарга түздөн түз аларга бир каршылык көргөзүп алардын иштөө мөөнөтүн токтотуп атасыздар. Ошон үчүн сураныч ошону бир карасаңыздар кайрадан карайлы. Бул туура эмес бул. Алишер Абдуллаевич, сиздер менен бирге талкуу кылайлы. Албетте, келсеңиздер, себеби дегенде бул жерде ушул күнгө чейин мисалы дыйкандар чалып атышат. Дыйкандар менен жолугуп атабыз. А сиздер барып ошол айтып аткан айыл өкмөт, зам акимдер менен мындай коомдук талкууга алып чыксаңыздар, буну иштетерден алдынчы. Рахмат.